Поздравляю. Ой, ну, спасибо. За вас и за нас. За вас. Будем здоровы. Почему же вы одни? Свадьба ведь. Так Танюшка захотела. Вот завтра-послезавтра прилетим и преподнесем родственникам сюрприз. Тогда и свадьбу сыграем. Счастливые. Я вот жду-жду своего жениха. А его все нет и нет. Придет. Чтобы к такой девушке да не пришел. Катя, а вы на каких рейсах летаете? На разных. Завтра в Сухуми полетим. А, в Сухуми. А у меня там родители, мы как раз к ним и собрались. Но... Что? Билетов не можете достать? Да нет, с билетами все в порядке. Молодоженам идут навстречу. Но у нас много ручной клади, и самое главное, целый чемодан стеклянных сувениров. Вот. Ой, мой отец их обожает. Всю жизнь коллекционирует. Собирай. Вы знаете, в багаже все это грохнется, а на досмотре нас могут не понять. Что делать, не знаю. Я ведь говорил, надо было поездом. Ой, что, у вас большой чемодан, да? Да нет, маленький такой кейс. Ну, дипломат. Катюш, может быть, вы что-нибудь придумаете, а? Ну, как-то тебе не платье понравилось? Сейчас увидим. Это что, шутка? Ага. Шутка! Самолет практически захвачен. У нас оружие и граната. В багажнике 4 шашки аммонала. Запомните, терять нам нечего. У меня болезнь рака и 3 судимости. У нее тоже. А за 100 душ ответ перед Богом. А ты иди сюда. Иди сюда. И передай командиру. Сухуми отменяется. Летим в Турцию, поняла? Иди.